Встречает сталкер своего старого друга. А тот помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? Ты даёшь! Ах, неохота мне за Хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Разбивали тут стаи. Ну, точно звери, по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнут, что выжмакаться. А вот анекдот. Трое сталкеров... Как говорится, добро пожаловать... Я тебе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего считают. Будет чего интересного, заходи. Второй. Наш и кто же ты к нам катит? Никуда не уплывет. Что сдалека на армейский бронежилет смахивает. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем ты на 50 заваливай. Метров вообще перетрем. Никто не подходит. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый клондайк. По-моему, вот тут вот на корабле надо защитить сталкера. Если нужно что, спрашивай у главного. Такой здоровый, что прям свертела. Скворчащий, сочный. Привет, брат. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? О-ха-ха-ха. Thank you.
сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Опа! Хорошо. Нарисовался. Хорошо. Доктор, а что хорошо-то? Спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый клондайк. Все мы их! Тихо, пацаны! Не ссы! Мы же это! Мы ж бригада, ёпт! Там у тебя. Thank you.
Здравствуй! Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Только не сейчас. Слушаю. Да, прощай. Ну, здорово. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим.
Здравствуй! Ну, удачи тебе! Ну, привет! Ну что? Как говорится, да. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Thank you.
Не попадайся им на глаза! Показывай. Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить может. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ну теперь все ясно. Валим их! Получай гранату! Кушай гранату! Граната, ложи! Виталика! Ты тебе! Показывай. Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить может. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ну теперь все ясно. Валим их! Показывай. Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить может. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ну теперь все ясно. Валим их! Борщ! На, хватай!
того зацепил. На, получай! Yeah.
Ну, здорово. Будет чего интересного. Здравствуй, сталкер. Попутного ветра. На месте. Никуда не уплывет. Давай, давай, не задерживайся.
Здравствуй! Не, ну твою мать! Ну нельзя ж только ничего не топтать! Ёлки! Ща у меня бебехи с голодухи в узлы завяжутся! Короче, типа вот чего! Вернулся сталкер в зону, ну типа дома побывал, ну и жалуется! Слышите, толкнул артефакты, купил-то чидло! Типа я слушаю! А её через неделю угнали! Второй ему: омля, невезуха, а ты в ментуру ходил? Тот: ходил. Сказали, что это не они. Ну ты дал, чертыла, бля, в натуре. А я сейчас. Я засек логово. Давай скорее сюда!